Оу, ноу, Гринге! Третий стрим за день. Да, мы перевыполняем норму. Хэштаг провайдер сосет жопу. Provider sucks some dick. Я сосу бибу. Вы тоже знаете этого легендарного французского инвентора? Да, иногда просто ОБС-ка говорит ноль, все. Хотя канала вроде достаточно. Я не пойму, что происходит. Да я и не знаю. И не хочу знать, потому что все равно я с этим ничего не смогу поделать. Кроме как сменить своего. Здрасте, здрасте, здрасте. Окей. Okay. I guess. I guess оно так работает. Это круто, что нам, конечно, дают патроны для глока, но у нас нету глока. У нас только этот. Что там происходило? Гачи-мучи. Гачи мучи. Битва двух инвалидов. Чел, ты... Чел как сквозь землю провалился. А где пистолет? Блядь, дай мне пистолет. Чел, вернись. Дай пистолет. Вот и Глок прибежал. Глок провалился сквозь землю. Пистолет уплыл туда же. Ага. Бля. Пизда. Игра думает, что у нас сейчас будет Глок, а у нас не будет Глока. Я же говорил... Здорово, парни, чё как? А, ну ты все равно, когда к ним подходишь, они себе череп выносят, поэтому... Блин, у нас украли наш любимый Глок с нашей любимой, блин, с нашим любимым... Эх, ты ж говно. Хрень, придется сделать так. Зачем давать вам апгрейды, чтобы потом их... забирать? А? Теперь мы тактикульные. Что, шутка такая? Ладно, 45-й идет в жопу. Непонятно, зачем его дали, раз патронов нет. Но хрен с ним. И сиринж. Understandable. Не хватает сумки. Ну да, для этого тебе, именно для этого тебе дали апгрейд, чтобы потом отнять. Да, потому что пошел ты нахуй. Правда, выход наглухо закрыт. И что? Найдите доктора. А, может быть, нам сюда еще не надо было? Может быть, нам нужно было наоборот? Подходящий держал, чувак как бы во рту держал фонарь, как бы нехер руки занимать бесполезной хренью, он бы его себе в нагрудный карман положил и все. Или к руке бы примотал в перчатку. Ну, много есть, да, вариантов. Да. Сверчки.
Прям же в перчатках он реально мог. Во-во-во-во, как бы это, ну... Игровые условности, вы все как бы понимаете. Да-да-да-да-да. Ну, блин. Ну да, но нет. Видите эту стену, которая... Да, знаешь, Бом, походу ты был прав. Это просто... Это просто так, так составили текстурочки. Ну, ну так получилось. Ну, ну, они не парились. Ну, ну вот так вот склеилось. Ну, ну, ну вот так вот. Ну, Anvil так работает. Ну, ну что поделать. А мы были на втором этаже? Вроде бы вниз ходили. А нам как раз нужно на второй этаж. Но Саймон не тупой, он просто торч. Чел, ты торч. Саймон, ты рыбак? Я рыбак. Рыба. Да хватит там орать, ща мы к вам придем. Узбагуйтесь. Всех вас на... Найдем. Саймон просто... А? Подойди, нам нужно кое-что поговорить. Я хочу поговорить. Какого черта ты хочешь? Ты спятил. Подойди поближе. Я достаточно близко. Еще ближе. Я не могу, эта чертова решетка загородила весь проход. Я хочу, чтобы ты подошел поближе. Я хочу помочь тебе открыть ее. Как? Мне нужен пистолет. У тебя есть пистолет? А подземка, парень, которого ты застрелил. Не нужен новый пистолет. Слушай, почему тебе просто не открыть ворота? Я уже устал от этого всего. Нет, в боулинг дорожке есть пистолет, принеси мне его срочно. Я, если это сделаю, это... Ты откроешь эти ворота? Да, у меня есть ключ. Дай мне пистолет, ты его получишь. Ладно. А мы можем его застрелить? Stop doing that. Well, вот зачем пистолет. Вот зачем нужен был тот пистолет. Fucking shit, dude. Мы его там снизу кинули, да? Fuck, окей. Здрасте. Здрасте. Помнишь, где положил тот пистолет? Да, в спортзале. Кодовый замок. Мы не находили еще ничего про кодовый замок. Давайте тогда здесь оставим свой дробовик. Не люблю это жонглирование инвентарем. Ты не можешь перезарядиться, потому что жопу сосешь. А сейчас ты можешь перезарядиться? Сейчас ты не сосешь жопу? Спасибо. Хер с топором. Понимаю. А если бы мы просто так сразу же подобрали, то нам бы сюда не заспавнило чуваков. Ну, мы бы сюда банально не вернулись. Эта игра, кстати, потихоньку начинает напоминать Immersive Sim. Она позволяет вам подобрать предмет, которые вам не нужны для конкретно данного задания, которое у вас. Дай ему пистолет. Это самая идиотская идея, которую можно придумать. Дать тому дятлу пистолет. Было бы прикольно, если бы он провалился сквозь землю, да, и мы бы софтлокнулись. Был бы шейм.
Был бы шейм. Да-да-да, все страшно, что такое. Опять же, в этом всегда моя проблема, по крайней мере, с хоррорами. Это в какой-то момент они перестают вас пугать. Давай, чел, у нас есть твой пистолет. Дать ему оружие? Нет. Я не дам тебе, ты не получишь пистолет. Я так и думаю, вот по-прежнему никак, никаких перемен, ничего так и не изменилось. Возьми ключ. Чего? Черт, ублюдок, я тебя убью! Он нас подстрелил? Говорил вчера? Да-да-да, я помню. А, он, наше здоровье... Он убрал максимально наше здоровье немного. А, понимаю, хорошо. Но мы ж такие умные, мы вас наебали. Мы... Старинное грузинское вино вас наебали? Сослог весело. Ты это говорил вчера. Я это буду каждый день говорить, когда мы играем в хоррор. Фуруру. Ну, допустим, мы глупи и дадим ему оружие. Вот, но у него нет патронов. Now, give me the key. Теперь дай мне ключ. Спасибо, Стэвен, я рад, что ты мог довериться мне. Ну и взамен вот. И стреляет ему в плечо. Он все равно стреляет нам в плечо. Не перезаписывай, этот сейф пригодится еще. Насколько близки мы к концовке? Очень страшно. Минут 30-40. Окей, значит, этот сейф был первый. Окей, первый сейф не перезаписываем. Хорошо. Хорошо. А это сильно влияет на положение дел, если мы дадим ему пуколь? Версус то, что если мы не дадим ему пуколь. Сильно. Окей. Тогда у меня есть идея. Это был первый или второй? Я не помню. Первый, наверное. Да, у нас пистолет. Да, у нас пистолет. Окей. Мы сделаем два сейва. Мы сделаем два сейва. Мы сделаем еще и в последний. Первый и последний. Чтобы не наебунькаться. Отлично. Тут как бы три вроде выбора за игру, и при этом второй реальный immersive sim. Чего-то, чего вы не ожидаете, видимо, от игры. Не видно низги. Thank you.
911 не отвечают. Оу. Оу, щит. Выборов 2 или 3. Ага, окей. Ладно. Ладно, хорошо. Но мы, скорее всего, пойдем на самую плохую концовку, потому что у меня мозг уже полностью отключился от того, что тут происходит. Ординаторская? What is that? Используйте мышь для обзора, клавиши действия или атака для выхода. Нам нужно, видимо, найти этого. Ключ. А, не ключ, а телефон. Ну и, конечно же, я ожидаю тут скримера. Потому что... очевидно. Кто у тебя отключится? А? Кто? Что? Кто? Кого? Чего? Ви о чьем? Точно, какой выбор идет к какой концовке, но я и так слишком много сказал. Окей. А что мы хотим найти? Блять. Что мы пытаемся найти? Что такого можем найти мы? Зачем нам телескоп, блин? Мы же можем просто вот отсюда посмотреть, типа, а что там такое? Хы-хы. Типа, хы-хы. Also, темень темная. Арбуз колеса, блин. Буду ставить колеса в 4, дорога. Мне кажется, что мы должны здесь где-то увидеть номер. Для того кейпада сверху. Но я почему-то не думаю, что мы вот таким макаром его найдем. Окей, вот это окна. Там не пойми что. Два убора, я не был неправ, простите. Ага, окей, понял. А что мы здесь должны найти? Бомб! Бомб, что тут искать? Почему мы должны это делать через очко? Еще и номер телефона. Смотри, единственное незаколоченное окно через телескоп. Их тут два. Либо он там, либо он там. Но второе это понятно, вот оно. Там. Ебать. Что там? Я ни черта не вижу, если честно. У меня темень просто жесткая. Т-01 чё-то. Может быть, вот в это окно? Где оно там? Пониже. Вот это вот. Не? Там вообще нихера. Пожи. Вот это окно, там ничего нет. Может быть, это не сейчас она, когда мы вернемся сюда, чтобы позвонить по телефону, номер которого мы не знаем. Ну смотрю, и чё? Молодец, смотри. Сейчас нас снова напугают жопой. Пугайте жопой. Уи. Буквально, пожди, пока молния не жахнет. А-а-а. Ну вот, жахнуло, и что? Может, не сейчас, да? Сейчас, а, не помню. Ну вот,
Да, похоже на то, потому что молния уже жахла. Я ожидаю там и скример, и номер после него. Или в подвале можно что-то сделать. Не, понятно, что этот ключ от той двери в подвале, к которой мы уже ходили, бэктрекали. Мне просто интересно, что за номер на кейпаде сверху. И что вот это такое. Чуть комнате прибрал. Кулер ГПУ начал стучать на высоких оборотах. О, шит. Это геморно. Ну, что-то не работает. Ну, пойдемте вниз. Или мы... А, может быть, нам нужно зайти в эту комнату, блядь, сука! Чё ж ты так орёшь? Уёбок. Я и забыл, что выкрутил громкость погромче. Обосраться. Ладно, я спать к пэду. То поздно что-то уже. Чёрт, а как же... А как же бэксит? Спасибо большое, бомб. Спасибо за... За наводку. Так, здрасте. Здрасте. Да, ну вот здесь единственная закрытая дверь. Замок повреждён, не получается открыть. То есть нам, наверное, надо реально было смотреть через эту. Скоро его пугать перестают, ага. Ну, это такое, это жопой напугал. Тем более я чат считал. Да, если я с него... О, спасибо, зиба. Тут не просто так крики из этой двери доносятся, но, видимо, хз, короче. Хз. Это не работает. Ведь, блин, даже специально себе потемнее все сделали. Чтобы пугало лучше. Ну, кстати, работает. Я потерял способность к бенни-хопу. Я приобрел способность к бенни-хопу. А? Пожарный выход на глухой... А это что? Ординаторская. О, фак, нет, окей, это не подвал. Что есть... Что есть ординаторская? Боулинг, это явно не ординаторская. Что есть ординаторская? Комната вожатых? Хотя нет, это санаторий. Скорее всего. Заперто с обратной стороны. Может, ты комната ординаторская? Нет, не ты. Ладно. Комната врачей. Ага. В больничке. Ага, окей, спасибо. Как там узнать, какая из этих комнат комната врачей? Видимо, это та комната, из которой доносится куча криков. Ну, я бы так предположил. Где все челы сидят, пока не бегают по пациентам. Ага. Окей, это... Ну, это учительская для врачей. Понимаю. Если бы я был проектировщиком этого здания, где бы я поставил комнату для таких врачей? Скорее всего, на первом этаже. Скорее всего. Замок поврежден, не получается открыть. Я же сказал, замок поврежден, дебил.
Че на каждом твоем стриме по краю эфира слышишь, как будто у меня под окном мяукает или стонет котенок? Это просто тебя уже... Что? Охренеть, мы зашли. Это просто шиза твоя. Привет, привет, привет. А, ну вот она. Что? Доктор запер эту дверь на ключ. Блять. Игра, где ординаторская? Что есть ординаторская? Игра потерявся. Краб потерявся, помогите крабу. Может, нужно выйти на улицу? Может быть? Казалось бы, с чего вдруг? Сверху там кейпад, там наборчик, да? Да, сверху набор. На кодовый замок. Кодовый замок делать код. Ой, я случайно. Кодовый замок делать код. Какая из рандомно закрытых дверей в этой... В этом грёбаном пансионате? Котовый? Мяу. Нет, знаете, на улице тоже не особо чего, чтобы и есть. Ментал хоспитал. Ага, окей, это буквально... Буквально дурка. Ну, в принципе, где на мое место? Нет смысла возвращаться. Фломас говорил, что в подвале что-то было. Может быть, мы действительно пропустили что-то в подвале? В подвале as in подвал-подвал, который подвал. Не вот этот подвал, а который подвал-подвал. Подвал вон там. Но я не помню тут дверей. Не открытых дверей. Тут только... А, помню. Помню, помню. Помню, помню, помню. Вот эта дверь. Ты ведь... Ты она? Но ты вряд ли ординаторская, да? Да, да, не похоже, не похоже. И это тоже не работает. Мне это больше не понадобится. Ага, понимаю. Нет. Короче, у нас есть один, второй, третий этаж, также ground floor, а еще подвал, а в подвале еще один подвал. С бойлером. Чтобы вообще. Здесь... Не пойми, правда, что вот это такое. Но если оно было живое, то оно уже не живое. Архитектура такой херни убивает. А шведы тоже считают с нулевого этажа? Я просто не в курсе. Потому что в финке первый этаж — это первый этаж. Ну, в смысле, когда вы заходите с ground на ground floor, это считается первым этажом. То есть, как бы, все как у нормальных людей. Через него балкон, в другую комнату пойдешь. Угу. Меня пока напрягает, что нам дали ключ. Меня напрягает, что нам дали ключ. Значит, нам нужно открыть какую-то дверь. Но мы не нашли ни одной двери, которую мы... Которую мы не... Не могли бы открыть этим ключом. Кстати, интересная хрень по поводу хорроров, которые заставляют вас бегать по одному и тому же дому, не показывая вам противников. Это реально работает. Чем дольше мы шаримся по этому дому, тем больше я буду мозг будет пытаться узрить вон там вот где-то вдалеке ебаку. Так устроена психика. Мать ее.
Конечно же, до какого-то предела. Потом я просто забью и начну банихопить, но это я! Я как бы не того этого. Окей, давайте попробуем забраться сверху. Типа... Найти не за... Это не заделанное окно. Боже, серьезно, эта штука меня пугает больше, чем... Больше, чем что-либо. У меня такое ощущение, что за дверью кто-то есть. Yeah, no shit, Шерлок. Стреляем сквозь дверь. Прикольно, хорошо у тебя ощущение, парниш. У меня такое ощущение, что в штанишках краба сейчас появится какашка. А ты ту дверь проверял? Вон ту. Вон ту. Проверял дверь, которая под надписью «За которой что-то есть». Сейчас. Мы только что в нее стреляли. Тут написано, что кто-то есть. Этажом ниже. Но было бы логично, если бы мы залезли этажом выше и спрыгнули бы на этаж ниже. Но здесь нет, не проверял. Замок поврежден, не получается открыть. Замок поврежден, не получается открыть. Здесь тоже никого. Да хватит там орать уже. Не страшно вообще. Может быть, снаружи залезть сюда? Вот он, вот этот. Если я правильно понимаю архитектуру, то вот эти вот места, это были... Это они. Может, мы сможем залезть по... Не похоже. И там открыт. Да, блин, отстой. Мы явно сможем... Да, нам явно нужно залезть... На вон туда, на второй этаж, и спуститься потом на первый открыть. Но как? Походу сверху, да, очень похоже на то, что сверху. Но как? Сейчас, секунду. Что ж. Смок поврежден, не получается открыть. Смок поврежден, не получается открыть. У вас-то есть что, парни? Не похоже, чтобы что-то было. Нам явно нужно попасть на этаж выше. Да, скорее всего, нужно попасть на этаж выше, но непонятно как. Может быть, то, что мы нашли бы в ординаторской. Не посмотрел, как это называется, забыл. Черный ход, он заперт. Не работает. Может быть, то, что мы бы нашли в ординаторской, помогло бы нам забраться в эту дверь? Или бы мы нашли что-нибудь в ординаторской, и потом бы чел просто сквозь эту дверь проломился к нам? Или, не знаю, чего-нибудь бы произошло. Я что-то как-то потерялся даже. Душный момент. Душный непонятный. Душно непонятно. Не курить. Угу, ага. Блин, я зря включил свет в комнате. Я включил свет в комнате, мне стало еще хуже видно экран. Потому что отблескивает. Окей. Ну, будет страшнее. Будет страшнее. Может быть, нужно заюзать окно? Нет, не похоже. Может быть, тут какие-нибудь штуки? Нет, тоже не похоже. Может быть, игра полна дерьма?
Такое ощущение, что за дверью кто-то есть. Дальше нельзя ли выше только крыша? Сейчас посмотрим. Вот еще одна дверь. Замок поврежден. Вот еще одна дверь, в которую мы смотрим через окно. Что странно. О, сюда, надо просто запомнить, что на этом плейтру мы отдали чуваку пистолет. Непонятно зачем. Непонятно, как мы должны были понять, нужно ему это отдавать или нет. Но я бы не давал. Но он нас и так из пальца застрелил. Выше. Давай посмотрим, выше. Может быть, мы здесь что-то упускаем? Какой-нибудь номер на стене просто написан. 2009. Рели? 2009. Может быть... Да не, вряд ли. Это просто рандомный номер на стене. Не может быть такого. Сейчас посмотрим. А, тут нулей нет. Окей, да, это просто рандомный номер на стене. А дверь напротив. Дверь напротив. Поврежден, но это тот, за который кто-то стоит. Поврежден, не получается открыть. Дверь напротив этой закрытой. Надпись ордена. Бля. Ну заебись, да. Как мы. А, вот это нужно было, да, найти. Окей, хорошо. Вот сделали игру потемнее, теперь вообще нихуя не видно. Ребзи, вот скажите честно, вот вам вот так вот видна табличка? Сверху. Спасибо большое, Коломас. И Лэндсталкер за помощь. Вам вот так видна табличка сверху? Потому что мне нет. Да, ага. Ну, я вам сделал чуть поярче. Окей, хорошо. На табличке написано «Staff», но там это написано настолько low, в low-резе, что да, might as well быть ничего не написано. Эх. Что ж. Бу! Ага. Ой. JPEG Staff Quarters. Открывай, сова, открывай, медведь пришел. Сова, открывай. Работает спецназ. А это что такое? Это инвентарь полон, дамы и господа. По голове себе постучи. Ну, надо признать, что это левый обломок таблички. Похоже на левую сторону каменной таблички. На ней что-то выгравировано, но правая часть текста утеряна. Окей. А, и теперь на нас напрыгнет, наверное, этот хрен из той комнаты. Из второй комнаты. Я вообще ни хера не видел. А я сейчас покажу. Ну, хрен из второй комнаты. Here we go. Может быть... А, мы, наверное, сделаем табличку и потом посмотрим. Хер знает, разберемся. Вот из этой комнаты. Ну, это было предсказуемо, чел. Это было предсказуемо. Окей, ладно, хорошо. Вот, вот табличка. Написано Staff Quarters. Но это если сильно прищуриться. Топор. Мы его съели опять. Мы опять теряем ебучие кадры. Люблю терять ебучие кадры. Окей, это было интересно. Да-да-да, перезаряди, пожалуйста, свой... Да-да-да, пистолет. Пистолет, спасибо большое.
Я реально прищурился, такой как... Да-да-да, во-во-во. Ну, наверное, на 2013-м на таких правильных Мониках это было это выглядело лучше. Дадим поправку на время. Но мог бы... Они могли бы хотя бы хоть как-нибудь эту дверь выделить, да? Там, сделать ее другого цвета. Просто другую текстуру ей дать. Хватит кончать. Я запретил тебе кончать. Гравировали, да не гравировали, вали. Окей, у нас есть выбор, запрыгнуть, войти в это окно или в другое. У нас нету выбора, скорее всего, откроется только одна из этих дверей. Здрасте. Инвентарь полон. Если игра будет темной, как в жопе у М, то никто не заметит, как кадры теряются. Это 5D шахматы. У нас, правда, опять нет хп. Жопа говно. Жопа говна. Нет хп. Я перезарядился. Мы нигде не оставляли шприцы. Предпоследний. Не сохранятся в последний и в первый. Зеленочка играет за Квори. Зеленке тоже нравится, когда пострашнее. Окей. А почему у нас только что не было патронов? Ладно, неважно. Потому что текстура... Сама текстура мыла сраная, а в такое разрешение, какое является текстура, текст очень читаемый. Понимаю. В туалете ординаторский лежал или ты его взял? По-моему, мы его взяли. Мы его взяли и уже бахнули. Окей, ладно. Табличка собрана из двух частей. На ней выгравлен ряд римских цифр. А, окей. И эти римские цифры, скорее всего, нужно использовать как звонок. Номер телефона. Просто помню, где-то валялось что-то, что мы не подобрали. А, да, это был, скорее всего, наш дробовик. Давайте проверим быстренько. По-моему, в ординаторской подбирали. Да, подбирали, фак. Oh well. It's hardcore time. Да хватит вам орать-то. Волосы либо мои глаза привыкают, либо игра становится реально темнее. А что за символы? 5-1-1, 7-7, 8-1-6. Да, это явно телефон. Упс. Упс. Ну, иногда, надо признать, иногда игра довольно-таки прикольно создает атмосферу. Пугание джампскерами, конечно, не мое, но... В смысле, мне это не нравится, но иногда... Иногда хватает. 5-1-1, 6... простите, 5-1-1, 7-7, 7-7-8, 1-6. 5-1-1, 7-7-8, 1-6. Я ничего не вижу.
А, мы звоним в ту комнату. Там чел держит табличку. Блин, что, бомж, что Лэндстаркер, вы помнили правильно. Только там нужно было челу позвонить. Окей. Откуда мы должны были понять, что эта табличка именно про эту комнату, именно для этого чела, непонятно. Блять, он ушел, пока мы пиздели. Слышь, очко. Вернись, блять. Вернись, говно. Бля, бамбузл. Бамбузл. А, шит, here we go again. Там вроде врагов не было, да? Пресс F. Определенно. Типичный краби. Ну что ж. Ну, я просто так радовался, что мы решили умный-умный пазль. Спасибо еще раз большое, Ребзи, за помощь. Потеря 1-7-7-8-1-4. Вот. 5-1-1-7-7-8-1-4. Ну а я что? А, 1-6. Краб рофлит, игра тоже рофлит. Краб заскамлен. А, пропустить нельзя. Вот тут забыли. Тут забыли, что катсцены можно пропускать. Так, ну что ты нам показываешь? Давай. 9-7-9-9. Ну спасибо, чел, спасибо. Пропал. А табличка нам, наверное, больше не понадобится. Поэтому мы оставим ее здесь. Не-не-не! Фух, фух, фух. Только не проходи сквозь пол. Фух, хорошо. Почему у нас пистолет разряженный? Что творится с этой игрой? По-моему, игра... Все. Табличка почти сделала спидран. Во-во. Причем прикольно, что на ней даже написано 5-1-1-7-7-8-1-6. Окей. Проверьте, не спрятался ли доктор на чердаке. Он ушел в эту дверь, а не зашел ли он на чердак? И чел в окне такое, сердечко. Действительно, мне нравится. Окей, самое время, it's time to die, как говорится, потому что сейчас на нас выкинут еще чуваков. У нас нет хп. Хорошо. 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 Little fuck up boinko. Привет, сухими ногами. Да, мы тут это. Мы тут немного. Не триггерить волюм. Не-е-е-е, спасибо. Бахнуть. Отлично. Подобрать обратно дробовик. Выйти.
и сохранится. На ебунькали. Уже не делющим край этого эфира. Ну, кстати, да, я ожидал, что игра будет сильно короче. Как правило, такие хорроры довольно короткие, чтобы не затягивать-ся. Окей, ну now I feel конкретно... конкретно safe. И это как бы нам немножко намекает на то, что сейчас будет a boss battle, right? There you are. А вот ты где. So теперь ты дед, ты уже покойник, мать твою. Доктор, количество хэп... Какого хуя? Серьезно? Перестрелка? Ясно, подходить к нему нельзя. Игра короткая, 7 часов где-то, если, конечно, не тупить. Но... ну, не в нашем стиле прохождения. Да, какой-то... Ой, еще? Блин, круто же, ну. Я не думаю, что нам понадобится дробовик, так как мы не можем к нему подойти, поэтому выкинем дробовик. Подберем вот это вот все. Для P-345. То есть если бы мы не отдали ему пистолет, то мы бы сейчас могли этот пистолет использовать против него. Ну ладно, хорошо, I guess. There you are. You're dead. А вот ты где? Ты труп. Я ничего не вижу. Включите свет, пожалуйста. Ты, что ты сказал? Я сказал, свет включите, ёпта. Бля. Ты где? Это же карта 1000 баксов из контры. Это же карта 1000 баксов. Он так и будет продолжать ходить? Я бы ему Геру кинул. Чел, я бы тебя увидел, но не вижу. Тихуя себе! А чё, так можно было, игра? Oh well. Отдача весит, конечно, пипец. Ну, это примерно такая же отдача, как была и в... В принципе, в... Скажите мне, я скажу вам. В обычной халфе. Там отдача была, мам, не горюй. Где этот чел себе сделал шпики-пуки? Шпики-пуки чел. А, еще один шприц, нифига себе. Круто, наверное. Док? What's up, док? 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 Меня отвлекла печенька, которая зашла в... мод лоудер. Окей, я понял, как этих чуваков нужно проходить. Вы просто бежите на них. Мы можем бежать на них, и они сами себя убьют. То есть на них даже патроны тратить не надо. Хорошо, что под конец игры краб наконец-то просек феню. Эй, бадди, найс спрайт. Где там док? What's up, док? Перезаряжается. Ну и чё? И чё?
do it, you ain't no balls. Куда убежал? Я нихуя не вижу, игра. Буду играть по превьюхе ОБС-ке. Мне виднее. Да, это охеренно работает. Надо признать, в скобочках нет. Поэтому... Мы сможем попасть по нему из Ремингтона? Бля, нереально, ни черта не вижу. Блять, 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 и сюда, кто, откуда? Говнари. Котом отдача весь, ты стрелял с левой руки, а тут с обоих рук отдача. Тут, кстати, немножко... Ну давай, док. А, черт, патроны. And he's dead. Simon, the pills by itself won't make you feel better. Саймон, таблетки тебе не помогут. I recommend that you... Я хочу, чтобы ты попробовал когнитивную терапию. What a shame. Что это? Ну, это ряд упражнений, которые нужно выполнять, чтобы ты смог забыть об этом. Что было в прошлом, все эти плохие воспоминания и страхи, которые тебя тревожат. А ты любишь книжки, Саймон? Я не знаю, а что? Хорошо, я спросил, потому что я хочу, чтобы ты попробовал кое-что. Я хочу, чтобы ты написал книгу о своих перерываниях. Думаешь, ты можешь это сделать? Наверное, мог бы попробовать. Где тактикульный фонарь? А мы все свои шмотки профукали. Нет, нет. Избивает труп в темноте. Глава 7. Безопасно лишь дома. Патроны для револьвера? Что? Инвентарь полон. Блять, игра. Что ты со мной делаешь? P-34. Самое важное, чтобы мы профукали три слота. Да, это очень неприятно. Обои бы на 8 патронов. Обои бы на 15 патронов. С великолепной убойной силой. Ну, блин. Фонарик у нас остается. Глок, в принципе, можно подобрать с любого убиенного. Поэтому давайте выкинем глок тогда. Возьмем ключ. В две руки с тобой, пожалуйста. И тебя, кстати, на второй слот. Давай, спасибо. Окей. Черный вход. Черный. На всякий случай. Не крап и фонарик. Мне ж хочется видеть, что происходит в игре. Не бегать, как ежик в тумане. Вам, кстати, не сильно лучше видно, чем мне. Я могу вам сделать еще поярче, если хотите. Вам видно лучше, но не сильно. И так норм. Окей, ладно. Просто включи воображение краба. Черт!
Честно, я хз, мне с, нуля... с нулями яркостью норм. Все зависит от настроек Моника. Моника? Потому что с нулями яркости это вот так. Тебе так норм видно? Норм, да? Заебись. Теперь мы видим одинаково. Мне да. А, ну у тебя, значит, яркость выкручена. На мониторе. Нормально, люди таким не страдают. Инфакт для глаз полезнее, полезнее, если у вас монитор не яркий. Контрастный, но не яркий. Окей. Okay. Так, ну мы сохранились, окей. Okay, давайте тогда мы... черный выход. Я боюсь, что мы уйдем отсюда, поэтому мы сделаем вот так вот. Дробовик идет с нами. Ос, зачем нам дали патроны к револьверу, когда мы еще не нашли револьвер? Это такой небольшой тизер. Блять. Вот именно поэтому. Именно по... О, еще сприц. Именно поэтому мы и выкинули глок, потому что его можно подобрать с любого обосранца. Мистер Труп. Это, видимо, глок наш? Неважно. Если ему пистоль не дашь, у него будет револьвер в файте. А-а-а! Он из-за него нас застрелил? То есть у него будет всего 6 патронов? Или сколько там в револьвере патронов? Честно говоря, именно поэтому и не люблю особо эти... вот такие вот игры с ограниченным инвертарем. Инвертарь. Макхерт инверторий. Да, с ограниченным инвентарем. Потому что... Если дадут возможность таким образом скамить, то моя скамить. Ай, хватит дергаться, дядя. При Валерии патрон столько, сколько хочет разработчик. Я знаю, о чем ты думаешь. Он выстрелил уже 762 раза или 763? Are you feeling lucky? Do you, punk? Ланин играет во второго Макс Пейна. Понимаю, понимаю, понимаю. Хороший выбор. Каджит ничего не крал, Каджит не виновен. Да. Найдите дорогу домой. Оу, ес, наконец-то можно пойти домой. Мы застрелили нашего врача. И, кстати, светается, это охуенно. Правда, мне видно теперь стало еще меньше. Скажите, что это наш дом. А, это сход текстурок, окей. Окей. О, прикольно, звук ходьбы по... Да, патрон для револьвера. Блин, они могли бы хотя бы респаунуть патрон там для вот этого пистолета вместо револьвера? Все будет референс к СХ-2. Не думаю о том, что в револьвере 4 патрона так... А также, что в револьвере 10 патронов, так как револьвер... Так... А так, что в револьвере 3 ствола и 18 патронов, также продолжайте свой список. Ну, да, это понятно. Но в обычном... Я знаю, есть сикс-шутеры, а у них 6 патронов в барабане. А... Есть, по-моему, 8-писы, у которых по 8 патронов, но я не в курсе. Я не шарю за оружие. Я просто знаю, что есть сикс-шутер. Потому что сикс, потому что 6. Потому что 6 патронов, очевидно. Хаюшки, крабжане. Привет, Рамтрон, как твои делища? А еще есть Big Iron on his hip.
Ебучий шведский лес. Проклятый шведский лес. Туруру. Что есть обычный револьвер? Револьвер — это просто оружейная система. Да-да-да. Есть такие, которые... Хотя, я думаю, такие есть. От количества пуль в барабане не зависит. Но я помню, судя по вестернам, в которые я играл, есть такие, в которых меняется... Можно заменить весь барабан сразу. Есть такие, в которых ты меняешь каждый патрон из барабана, но открываешь и достаешь барабан. А есть такие, в которых ты меняешь по одной пульке из этого барабана. То есть крутишь барабан, нажимаешь на такую чеку под дулом, она выталкивает тебе пулю назад, и ты таким образом по одной пульке перезаряжаешь. Охуенная трата времени. Особенно, когда ты, ну знаешь, когда тебе нужна пушка. Ну что, парни, мы это... Писать будем? Писать будем? Писать бум? Не пулю, а гильзу. Если ты не выстрелил этой пулей, то будет пуля. Но, да, технически после отстрела гильза. Куда какать? Очевидно, в дверь. My summer car, дамы и господа. My summer car. И мы поплыли. Ей. Гребите? Это не конец? Ё-моё. Окей. А куда грести-то? Поэтому сейчас искали два револьвера, чтобы не перезаряжаться в бою. Имеет смысл. Сейчас еще одна секция и конец. А, то есть это не конец. Было бы прикольно, если бы он просто уплыл. Тут, кстати, нужно куда-то плыть, потому что все, что я вижу, это темная темень. Но надо признать, что шейдер водички хорош. Куда уплыл? Греби домой, название главы все сказала. Нахрен не стрельный патрон доставать? Но если осечка, например. Или если ты просто не умеешь считать. Фейер на 5 патронов. Правда, калибр 600. 600 калибр. Юз выйти на берег. Что, Red Lake? Да, это Red Lake. Вот мы на другом конце озера. Мы как бы, понимаете, мы пересекли этот рубеж. Мы что, вернулись обратно, что ли? Игра, не говорите, что мы вернулись обратно. Так вам револьвер весом 6 кило. Как таким целиться? О, прикольно. Надует столько всякой вкусной вкусовщины, что просто... как же все круто. Жаль, что ничего из этого мы взять не сможем. На самом деле, в револьвере, который без достающегося барабана, достаточно часто люди разряжают полностью, чтобы не всегда получается понять, какой патрон не отстрелен, если не считал. Ну, по идее, ты можешь, наверное, посмотреть на его попку, если на попке гильзы будет вмятина от курка... не курка, как это называется? Биток? Как это называется? Что взводит? Но кто это будет делать? Да-да-да, проще просто сделать... Крутить и сделать чик-чик-чик-чик-чик, а потом вставлять по одному. Меня немного напрягает. Что игра хочет, чтобы мы взяли что-то милишное. Бля, ладно, хуй с ним, с дробовиком. Мы протащили его через всю игру, и он провалился под текстуры. Отлично.
Идеально. В этом вся проблема. Не совсем... Да, не все... Понимаю. Оу, е. Вот почему он провалился через землю. Здрасте, тетя. Ничего, что мы... Ай, блядь, зажали. Вы говнина. Они еще тут спавнятся. Понимаю, что ж. Самое время зажаться в одной комнате. Понимаю. Хорошо. Дробовик проникновения. А здесь он не провалился. Окей, ладно. Можем факапнуть скрипт? Было бы интересно его факапнуть реально. Но он, в принципе, только на один патрон меньше. Юзает. Чем? И да, барабан у меня есть практически на любом уровне, только на них ты раскрываешь рамку целиком, на других в бок откидывается только барабан. А, да, есть такой, который откидывается барабан, а есть тот, который ты дуло относительно вот этого всей ассембли с курком и держалом откидываешь вперед. Типа, как будто напополам ломаешь. Блин, прикольно. Да, как на двустволке. Именно так, как на обрезе. О, здрасте. Опять краба убили. Краба зажали. Зажали краба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зажали краба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что кадры замудили. Зажарили краба. Отжарили, а я и не против. Welp. А это выглядит как дом, чел? Ладно, хорошо. Если канализация выглядит как дом, то, кстати, да, Sewer Level Counter, плюс один. Нам нужно скоро уже как Сиви делать каунтер, счетчик этих уровней в канализации. А в чем прикол револьвера, кроме как того, что... А пицца будет? Кавабанга, дюд! А в чем прикол револьвера, кроме того, что он якобы не может никогда заклинить? Хотя это, насколько я знаю, неправда. Блять, чел, ну я ожидал этого, но это было слишком громко, поэтому... Oh well, my bad. Второй раз напугало. В чем жопой напугало? Окей. Харищу. Принимаю. Давайте звук, который, да, CV-11 использует. Во-во, шаришь. Well, that's useful, I guess. Что-то много патронов на них тратится. Парни, вы там это... Ничего, не? Wait a minute. Это мы about to reload. Патронов, которые достаточно, чтобы убить любого и все такое. Прикол в том, что он стильный. Времена Дикого Запада других небольших пушек не изобрели. Нет, ну понятно, что какой-нибудь мушкет, который ты должен был перезаряжать после каждого патрона, вставлять туда, блядь, пульку, вставлять туда порох, вставлять туда пульку и т.д. и т.п.
Тоже не тема. Ну да, просто навешай на себя кучу... The fuck is this? The fuck is this room, dude? А, понимаю. На дно! Я нихуя не вижу. Вы извините меня, конечно, но я буквально нихуя не вижу. Да-да-да, заебись. Да, заебись, игра, я нихуя не вижу. Куда плыть-то, блядь? Действительно дома. Видимо, туда. Ну, понеслась. Мы куда-нибудь плывем? Нет, мы вроде в стенку уперлись. Может быть, наверх? Не, не похоже. Ой, да отсоси, игра, блин, это уже не интересно. Давайте посмотрим, куда мы тут плывем. А, нужно было плыть в сторону. А, вот куда нужно было плыть. Да-да-да, точно-точно. Может, на свет? Ща. Прикольно, что у нас, кстати, восстанавливается ХП после... после удушения. После того, как мы задыхались под водой. Очень часто... Что это было только что? Очень часто такое... Такое очень часто было сделано в играх той эпохи, в той же самой Кваке, например. Но почему-то в последнее время этого не делают. Да, ну на свет как бы тут... Вот свет, и дальше все, тьма. Дальше ничего не видно. Вот типа... Сейчас. Я верну обратно. Как бы... Вы видите свет? Вот и я не вижу. Ну окей, сейчас видно. Suck my dick. О, нет, опять их всех отстреливать. А может, ну их нахрен, а, отстреливать? Может, просто нахрен их, а? Ну, типа... Ну, тетки, ну, страшно. Бу, тетя, страшно. Понимаю. Пробежать? Ага. Долговечность, надежность в бою. Стрелять можно выстрелить после отсечки, просто повторно нажав на спусковой крючок. Стрелять приходится отводить затвор в крайне заднее положение для удаления из патронника несработающего боеприпаса. Увеличить место... Возможность... Универсальность. Возможность патронов подходящего калибра, но разной мощности. А, окей. Окей. Пробежать? У меня есть идея. Может быть, мы сможем зачистить эту штуку, например, вот так? Блять, не можем. Ну ладно. Окей. Хорошо. Тети, здрасте. Очень приятно, краб, очень приятно, краб. Мы там ключ не подобрали. Ключ. Сиринч не подобрали. Не подобрали щирево. О, смотрите, их оказывается видно. Их видно через воду. Нифига себе. Их видно через воду, если у вас выкручена гамма. Вау. Вы можете их видеть. Oh, hello, girls, it's my crab stick. Да, когда пришел, когда пришел на сходку феминисток и снял штаны с себя. Болт их. Давай, плыви. Oh.
А как предлагается это проплыть? Погодите-ка. А как какать? Краб задыхается в воде, что-то тут не так. Он не настоящий крабе. Краб-то не настоящий. Hi, girls. Bye, girls. Ай-яй-яй, зажали, зажали, жопы, жопы, жопа говна, обосрались. Я как-то не сказать, не выдержит 600-й калибр. Револьверная конструкция держит, там ломает, ломаться нечему. Я видел, как ломается, в интернете видел, как ломается, выходит из строя именно сам барабан. И как людям отрывают пальцы нахуй большие, если они кладут их на место, из которого газы выпускаются. То есть если ты пистолет для праворуких берешь в левую руку. Мифбастерсы, по-моему, это проверяли. Здрасте, тетя. Здрасте, здрасте. Не обращайте на меня внимания. Приятно, краб. Очень приятно, краб. Очень приятно, блядь, говнарь. Да, хватит вам толпиться, тетя. Крабовой палочки хватит на всех. Пока. Что сверху дырки для дыхания есть у краба. Мне хуй хватать как попало. Ну не все же знают. Есть, конечно, шанс бахать сиринж под водой, но нам не дадут. Нет пистолета для праворуких и леворуких. Максимум расположение предохранителя. Есть для правшей и для левшей. У тебя, когда ты держишь одной рукой как минимум револьвер, у тебя большой палец там с одной стороны должен находиться с определенной стороны. Пикабу. Надо рассказать крабу, как им пользоваться. Дыши попой. Как какать? Попой какать. Ну я дал ему шанс. Может быть, нужно как-то слить воду? Я хз. А первая секунда точно показывает, что происходит. О, да, да, именно это. Да-да-да, во-во-во. Вот так, да-да-да, именно оно. Именно оно. Уф, да, еще из таких интересных травм, о которых никогда не думаешь, пока не пользуешься оружием, а я не пользуюсь оружием, на автоматическом оружии, когда у вас вот эта щеколда сверху, я не знаю, как она называется, отъезжает назад, она может поранить вас, если у вас хват неправильный, может порезать вам руку. Вот, я это в CSI видел, это сериал такой. Попой дышать верхними дырками. Понял, дышать верхней дыркой. Так и запишем. Ну давайте, где там ваши верхние дырочки? Ну что-то как-то не похоже, чтобы здесь были верхние дырочки. Блять, залупа! Это что, троллинг такой, игра?
Нас наебали. Старинное грузинское вино, вас наебали. Дам. Когда зашел в женскую общагу. Спасибо, благодарю. Спасибо. Цветов не надо. Автографов не даю. А что с камерой? Днище, ты знаешь, что такое страх? Страх-то когда не успеть купить пельмешки по акции. О, нет, господи, что же так страшно-то? Привет, Эпплмен, как твои делища? Револьвер полностью симметричен. Но ты же сам только что сказал, что... А, погоди, а у тех, которых открывают... Ну, у которых барабаны на сторону... Выезжают, они выезжают на обе стороны или только на одну? Мне казалось, что только на одну. И, наверное, ты хочешь, чтобы эта сторона была тебе под руку, а не от руки. То есть, если ты левша, ты хочешь, чтобы она отъезжала от оружия направо. Если ты правша, ты хочешь, чтобы она отъезжала от оружия налево. Ну, чтобы тебе левой рукой было, не перекручивать лапы. Ну, это так, просто по логике. Здрасте. Пикабу. Пережил еще один день. Это уже немало. Во всем нужно искать положительное. Вот, например, он только что промахнул 4 раза человеку в голову. Но это было круто. Смотри, как он сосиску поставил. Она имитирует как раз большой палец правой руки. Ну, наверное. Это не револьвер для шеи, это гипотетический баран держит большой палец на барабане. Имеет смысл. Да, газы выходят с передней части барабана, не с задней. Не с той стороны, по которой бьет биток. Как это называется? Крючок. Я не знаю, я не шарю в терминологии. Так, плыви. Плыви, сука, плыви. Мне нравится, что музыка прям как в Терминаторе начинается. Oh shit, here we go again. Ударник? Возможно. Вот эта хрень, которая сейчас откинута на нашем пистолете. В игре. Который взводит курок. Почему говорят, что взводит курок? Интересно. Распределяет канистры. Вот если... Тут левшам чуточку проблема, потому что большинство пользователей оружия таки правши. Им либо качество перезарядка, либо брать револьвер с УСМ под заказ на дополнительные деньги выбросом барабана вправо. А, окей. Как пелось, я живу в России, мне не страшно не щипать свой утром пульс. Чё-то блатником пахнуло. Так, тётя. Блядь, тётя нахуй. Краб у нас пчелка. Я кабанчик. Я метаюсь кабанчиком. То, что нажимают на спусковой крючок. Ну, а взводят-то не крючок, взводят-то все-таки ударник. Боек. Вполне себе думерский поп-панк. Папса. Папсина. Надо признать, что так удобнее целиться.
Берёг непосредственно та хрень, которая стукает по патрону. Окей, а та штука, которая стукает по байку? Это твоя рука, когда зажала, блядь, да? Когда мечется кабанчик, мы жужжит, как пчела. Я жужжу и не жужжу. Блин, я не знаю, как это место пройти на самом деле. Может быть, нам не нужно спринтить? Давайте посмотрим, насколько быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Окей, 13 секунд. Под водой без спринта. А со спринтом? Раз, два, три, четыре, пять. И без стамины. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вообще без разницы. Окей, я думал, что может быть спринт заставляет нас быстрее задыхаться под водой. Но нет. Точнее, бэк — это тот кончик, который ударник стукает по капсулю патрона. Сам ударник толкает пружина. Окей, то есть это на самом деле ударник. Make sense? На английском он вроде бы рокер называется, но, опять же, я в оружии, как свинья в апельсинах. Фух, ну давайте попробуем. Shit, here we go. Стараемся не вылезать из стамины. Блять, хуила, прошу тебя. Не дохни. Сука! Судя в апельсинах, это вкусно. Я именно это имел в виду. Я в оружии, это вкусно. Ай, вкусно. Да, на YouTube есть канал Ай, как просто, а у нас будет... Да ёб твою мать, шприц возьми, обосранец. Да, мы сделаем канал Ай, как вкусно. Ладно, хватит тюмдичить. Пойду в группу деградирую, но я еще тут. Ну, да, у нас... Нас немножко душит. Но что поделать? Что поделать? Таков Игор. Таков Игор. Вообще, очень посвинка, потому что если доктору не отдать пистолет, то у тебя будет чуть больше хп, если я правильно видел. Что? Что? Ай, блядь. Что? Что? Это булшит, я думаю. Я считаю, что это булшит. Шел третий год, цикл перерождения и смерти, днище в краю эфир не нарушен. Я хотел за сегодня пройти эту гребаную игру, но она начала так душить. Просто ужас. Прошу тебя, красавчик, не дохни! Сука, хуй в хер, говна, в жопах, блядь! Утонул, пошел на днище! По-моему, ты пропускаешь где-то люк. Давайте посмотрим. Забьем на этих мадмуазелей. Да, они больно бьют на самом деле.
11 111. Привет, Ментарь, спасибо большое за 16 месяцев, вау. Нифига себе, привет, привет. Как твои делища? I swear to God, я ни разу не попал, но игра засчитала. Конечно, должен быть еще люк. Люк, я твой отец. Их. Ну, давайте смотреть. Давайте пытаться. На всякий случай бахнем, чтобы был полный. Смотрим люки. Не, их нету. А вот и он. Но его практически там не видно. Нет, серьезно, вы че, вы посмотрите, вы видите там люк? Вы видите там люк? Как они сделали такой люк? О боже! Катарина Варис, спасибо большое за рейд с кучей другом. Други, здорово, здорово, как ваше делище? Владимир ФСБ, привет. Товарищ Маринадный, здрасте. Фалькрамка, какие люди, все знакомые. Здравствуйте, здрасте, как ваше делище? Добро пожаловать на днище, мы рейдим днище Твича. Оу, oh, е. Yeah. У меня для вас хорошие новости и плохие. Хорошие. Вы с нами. Плохие, вы на днище. Хорошие, вы с нами. Здрасте, здрасте. У нас тут немножко душащий хоррор в больших таких кавычках, в котором... Днище, днище, щелкаю клешнями. Днище, днище, вновь в команде с вами. Фалькрамка? Ну все, теперь переименовывайся. Алекс Дом 55. Днище, привет, спасибо, что спустился на днище. И Фалькрам. Клешнями. Днище, днище, вновь в команде с вами. Еее, спасибо, Фалькрам. Что, не ждали? Как у вас делище? Во что играли? Как настроенница? В чем плюс днище? Правильно, всегда есть возможность оттолкнуться. Ау, не надо по мне отталкиваться. Ау. С пятого года я таки зафоллился. Ух ты, а ты быстрый. Дышать. Да, у нас хоррор-мод для первой халфы из 2013 года. Практически конец. Запах страха? А, показалось. Ампутатор 666-66. Отличный ник. И тебе привет. Да-да-да. Да, мы специально выкрутили гамму, чтобы видеть, куда плыть, потому что без этого получается... А я сейчас покажу, как получается. Без этого получается вот так вот. Игра вообще очень темная, ну, чтобы... Ну, это ж хоррор, как бы, мы это не показываем вам вещи. Зачем вам смотреть в хорроре? Не-не-не, вам не смотреть, в хоррор вам пугаться. И по дефолту игра выглядит вот так! Это не шутка! Вот так! Вот так вот! Вот так вот! Подожди плыть! Вот так! Неплохо, да? Это вам еще немножко поярче. Упс, не те настройки вернул. А обратно. Моя хотеть смотреть. Спасибо, 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 спасибо. Где дырка? Покажите дырку.
Ну, в воде фонарь не работает, ради справедливости. Ага. Стрим черного экрана, я скучал. Фух. Ну что ж, пытаемся. Туда или туда? Неизвестно. Зато теперь мы знаем, как искать дырки. Дырка. Дырка в днище? Дырка? Что? Дырка в днище? А ниже можно? Возможно. А мы ведь назад поплыли, да? Нет, тут нельзя. Проход закрыт. Оу. Это что, правильное место? Неужели? Понимаю. Хорошо. Дядя. Понимать. Бульк. Туда, or not туда. Это даже не вопрос. Но мне нравятся эти стелс-дырки в потолке, которых не видно. Обязательно то, что на что похоже эта игра, используя литературные эпитеты. Эта игра темна, как седалище мамонта. Хреново из меня драматургист. А куда? Я потерялся. Куда какать? Ночь, улица, фонарь, ебаки. Я жирный. И в чем? А в чем проблема? Ниже только ад. Ниже только... Я опять потерялся. Найдите краба, он потерялся. Найдите крабу найти выход. Нет, серьезно, где... Где выход? Геймплей в игре. Трикратно переваренные фекалии того же мамонта. И вообще, нравится эта игра только дурным недорослям. Товарищ Пучков, разлогинитесь. I fucking stupid. Мне кажется, краб глюпий. Краб, ты глюпий? Глюпий краб. Да, геймплей и в этой игре напоминает... Вообще, вся эта игра напоминает хорошую китайскую подделку под какие-то нормальные игры. То есть... Иногда, порой, игра так хорошо тебе делает страшно. Делает страшно, делает стрёмно и подобное. Звук вообще прекрасен. Но каждые несколько... После каждого такого момента она говорит тебе «сюн-тюн-тянь», и ты такой «погоди, тебя же шведики делали». Квух Саныча уже забанили. Квух Саныч. Так, скажите мне, что мы вернемся. Нет, здесь мы уже были. Можем поднырнуть? Мы не можем поднырнуть. Окей. А, сохраняшка? Ну, спасибо. Стоит ли в нее играть? Она бесплатная в Стиме. Конечно, стоит.
Я имею в виду одна ебака, которая сейчас будет за углом чего. Скольких эмоций доставляет. Told you. Игра эта была так предсказуема. Окей, пробую раз бесплатно. Но если что, можно зарефандить. Давайте вернем обратно нашу правильную гамму. Гамму баланса между «я ни черта не вижу» и «ух ты, да это же очко». Да, ну так игра выглядит гораздо лучше. Типа вы, ну, и темно, и приятно, и красиво, и страшно. Хорошо открыл. Да, это хороший бамбузл. Я просто ожидал, что раз здесь лежит ключ и дверь, то, скорее всего, дверь из двери сейчас выйдет большой мази. А, вот что предлагается сделать. Предлагается дать по... Эль Сьобо. А, и получить Эль Пиздо. Понимаю. Снова он заебал. А, шит, опять ты, чел, да-да. Что есть игра? Правильно, это дно. Не в смысле сленга, а в смысле дна человеческой души. Есть подобное финальному кругу ада на карте Боттичелли. Оставляет в душе такой же холод и сковывает навеки вечные в печали... Бонькните его кто-нибудь, пожалуйста. А в печали и уныние от создания, что стримлеру в это играть. Нокс, привет. То выбегает из закрытой двери. Голый, пошел в жопу! Бля, у нас кончилась стамина! Ныряй! Ныряй, очканавт! Дельфинчиком прыгай! Also, музыка чем-то напоминает Терминатора. Что прикольно. Это бензопила чел, про него скоро выйдет новое аниме. О, щит, окей. Окей, хорошо. Ты не хочешь спрыгнуть туда, идиота, кусок? Ой, спасибо. Да, правда, теперь нифига. А где дырка? Где дырка? А где дырка? Дырки не видно. Покажите крабу дырка. А, нету дырка, нет дырка. Краб хотеть дышать, дырка! Дайте дырка! Крабу нужна дырка! Дырка, дырка, дырка! Дырка, иначе краб сейчас умрет! Дырка у меня в жопе! Ведь ха! Мне кажется, она у каждого... Она у всех у нас в жопе. Ты еще музыку тоже верни на нужный уровень? Я обычно люблю. Ну ты и лох! Привет, так зовут. Снова. Отлично. Он даже не успел. Блять, игра ж не паузится. В паузе я забыл. Забыли. Мы свалили настолько быстро, что, по-моему, даже не триггернули чувака. Типа он такой вышел, а ты где? Так, нам сюда? Теперь понятно, где работает мужик с бензопилой из Resident Evil 4. Это не первый наш энкаунтер с ним. Мы с ним уже встречались.
Он любит стоять за дверями и ждать, пока краб не накакает в штанишки. Оу, oh, yeah. Эта дверь теперь открыта. Хоррор-шоу. Он дверь открыл и обиделся. Да, давайте вернем обратно гамму. Во. Что ж. Сейва, кстати, не было. Блин, а мы могли там сохраниться, убегая от него и факапнуть себя? Таким образом. Не совсем понятно, зачем была вообще эта секция с канализацией, потому что она, ну, ничего не открывает. Никаких психологических травм персонажа. Ах, да, совсем забыл сказать, это Швеция. Вот, ну вот я и в Киркеле, в своем родном городе. Надеюсь, здесь все в порядке. Да, действие происходит в Швеции, начинается в Стокгольме. Тема данной игры — суицид. Вот. И депрессия. И другие веселые термины, так знакомые шведам. Патроны не поддаются. Хорошо. Ну, окей, мы вылезли. Я родился. Тут реально начинает. Стокгольмским сидром. Отлично поплавал в говне. Искупався. Краб купався. Штука, кстати, My Summer Car напоминает. Но опять же, это дело рук 2,5 шведиков, которые буквально ходили, фоткали места для текстур. Ну, я имею в виду, тут даже видно... Даже видно отражение в окне, которое чел сфоткал. Обычно к соседям не заходят. Но вот за дробовиком можно и зайти. Дробовик или патрон? Окей, запомню, здесь дробовик. Намекает на то, что как бы еще не закончилось. Не поддается. Швеция и суицид, европейцы зажались. Да будет тебе известно, что Финляндия лидирует по количеству суицида per capita из всех. Забыл слово. У краба сломался мозг. Помогите. Скандинавских стран. Во, вспомнил. Скандинавия. Слово-то какое странное. Ну это реально My Summer Car. Like My Summer Car with guns. А еще моя уметь бы не хопить. Чё? Йормас, я твой сос... Ах ты ж говнарь. Oh well. Окей. Хорошо. Подберем его глок, чтобы было легче патроны. Искать патроны. Чё-то пистолеты горят розовым. Это чтобы их было лучше видно, потому что, ну, я уже показывал, насколько темная игра. И чтобы... чтобы хоть как-то... выделять вещи, которые поднимаются. Если ты достаточно близко к ним находишься, они подсвечиваются. Вот, например, он начинает пульсировать так, когда к нему подходишь. Красненьким. Что ж, соседи нас явно не любят. Осу прекрасный гараж. Ну, если понимаешь, что скандинавских стран всего 3 штуки, то, может быть, но, думаю, карьера и Мурманск... Небось, переплюнут по самовыпилам финку. Возможно, переплюнут... Не знаю, возможно, переплюнут по абсолютному количеству. Но это что считается на душу населения.
ну или в этом случае на бывшую душу населения, осуждаем суицид и все такое, но как бы это... Суицид — это не выход. Seek professional help. И что еще нужно сказать, чтобы Twitch не забанил? А то не поймут юмора. АР-ка? Серьезная игра? АР-ка? Что ж. А, да, только мы теперь ничего не будем видеть. Пока ешь пельмешки по акции, суицид не выход. Во. Да, еще тут можно брать оружие в две руки. Но не перезаряжать. Это был бы зашквар. Блин, может сходить сохраниться? Сейчас, давайте дабы не хопим, сохранимся. Это быстро будет. Одно удовольствие бы не хопить по открытой карте. А что нас любить? Пришел какой-то наркоман, обкололся и начал шмалять. Типичный вечер в шведском сабурбане. Я так и не понял, как бы не хопить. Странная тема с мышью. Все довольно просто. Ты берешь сначала разгон, нажимая вперед. Потом отпускаешь кнопку вперед и одновременно двигаешь мышью в сторону и нажимаешь в эту же сторону стрейф. При соприкасании с землей ты меняешь оба направления. Все. Меняешь оба направления, нажимаешь пробел. Все. Ну, или если тебе лень нажимать на пробел, биндишь прыжок на мышку, на колесико мышки, и когда приходит время, просто дергаешь колесико мышки вниз, чтобы было проще. Вот. То есть, например, я сейчас прыгну и нажму просто D. Это не совсем видно, но... Персонаж двигается не в сторону, а по кривой. Я могу вам чем-то помочь? О чем я? На чем мы остановились? Да, соседский мальчик. Люблю его. Мне кажется, слегка обосрался. Мне очень нравится Бенни Хоппа. Мне очень нравится вообще мувмент в подобного рода играх. Изи же. Просто хотел продать тебе ножички. Осуждаю. Непонятно, что они делают тут на самом деле, потому что они, по идее, должны быть в домах в Стокгольме. Там была мини-история с маньяком. А, это наш дом. Окей. Ну что, мы пришли, маман. Маман, мы дома. Маман, открывай. Может быть, не стоит людей в своем доме убивать, а? Как бы, учитывая то, что у нашего героя скорее всего шиза, может быть, реально не стоит? Блин, может, это и был тот второй выбор? Не убивать людей в своем доме, а просто их проскипать. Я слышал что-то. Knife to meet you. I'm fist to meet you too. На всякий случай не заговариваю с детьми на улице. Вероятнее всего, вам не очень пообщаться. Ну, а как же? Эй, детишки, малыш, хочешь пройти со мной домой и поиграть в мои игрушки? Пощекотать мою погремушку?
Ой, здрасте. Я практически обосрался. Не полностью. Ху. Ху, what the fuck? Кто? Откуда? Я ни черта не вижу. А, да это ты, это ты. Я решил поиграть вместе с остальными детьми, которые сейчас ждут свою компанию в твоем подвале. Да, именно с ней. А откуда он знает? Я слышу вас, засранцы. I hear you. Старые знакомые тоже с нами пришли. Пришли поиграть. А, не понял. А, да. Где наш телефон? А мы его профукали. Мы попали в аварию на поезде. Вернее, поезд попал в аварию, а нас... Слышь! Патроны. Уходим. О, все, у нас баг. Мы теперь не слышим выстрелов оружия. Это плохо. Да, и в общем, у нас упала сумка. Да, у нас упала сумка, и все. Блин, отстой. Нужно как можно быстрее найти сейф и перезапустить игру. Короче, у меня на предыдущей квартире только чище. О, у нас на даче в далеких 2000-х была такая... Ну, у нас на даче, мы снимали. Да, были такие ржавые кровати с такими ржавыми этими скрипящими пружинами. С описанным обкаканным матрасом. Такой ложился, такой... Блин, я надеюсь, я не потревожу там... тараканов. Ну, тараканов не было, по-моему. Иначе бы никто снимать не стал. Здрасте. Могу я вам чем-нибудь помочь? Пыщ! Пум! Мы будем озвучивать пистолет. И что у нас здесь такое? Гараж. Там, похоже, сюда. Были клопы. Бов тоже не помню. Сейчас дочистим эту логу, посмотрим, что тут. Может быть, здесь есть сейфу? А, угу. Есть тут сейфу, конечно. Окей, тут ничего нет. Понимаю. Хорошо. Тараканов не было, были только дети из твоего подвала. Во всяком случае, некоторые из них. У нас в то время еще был кот. И этот кот приносил придушенных мышек и кротиков моей матери на кровать. Как кварплату. Ну, типа, мать его кормит, он приносит ей... Он еду ей приносит, да? Какое-то время моя мать иногда взвизгивала с утра, когда просыпалась лицом к лицу к сдохлой мышкой. Мышки и кротик, вот как ты их называешь. Это ключ слова, да? Кодовое слово. Кодовое слово — дверь. Лагающая дверь.
Давай, игра, где развязка. И по ходу игры, в общем, мы выяснили, что у нашего героя суицидальные наклонности, кто мог подумать. У него не все дома, кто мог подумать. Его отвергла девушка, которая потом сама самоубилась, кто мог подумать. После чего его переехала машина, и он потерял возможность ходить. То есть, как бы, полный пакет. Здравствуйте. Какая же херня, кот принес матери на кровать крота. Перекусил при ней ему голову. Да-да-да, типа, че, ты не волнуйся, я надкушу. Я прожую. Блять, спасибо, нахуй. Ну вот, это, они животные, они так. Они же от чистого сердца благодарят. Нет, серьезно, они кому попало, еду в кровать не носят. Это именно должна быть мать. Ну, в смысле, им мать. Мать их. Вот краб с концовки выглядит, кстати. Переехал. Кстати, переехал у нас ГГ из прошлой игры. А какая была прошлая игра? Погоди, это сиквел? Is this a fucking sequel? Finally home. I hope mom's okay. Так вот выглядит аимбот, если что. Я наконец-то дома, надеюсь, с мамой все в порядке. Вот этот красный... Вот этот! Красный Ринта Мамия Стало. Дача. Хозяйка, не бойся, это съедобно. Смотри, вот оно, откусывает голову. Да-да. Так, животные же очень часто как бы показывают, что это съедобно, что они принесли как бы тебе покушать. И это настолько съедобно, что они сами не просят кусить, похавать. Не говоря уже о том, что, ну, малышам иногда некоторые животные, даже млекопитающие, пережевывают еду за них. То есть как бы... Кот от чистого сердца. И абсолютно, я уверен, не понимал, почему... Почему вдруг ор весь гор и выше гор, и почему его потом по лицу за это бьют. Его звали Шани the Семьон Батя. А, это отец Семена? Хорош. Это их второй мод. Первый была Afraid of Monsters. Но мы теперь обязаны и в нее поиграть. Так, посмотрим в окно. Дома никого. Мам? Мам? Мама? Where are you? Мам, ты где? Мам? 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 Мамка зовут Паня, ее тетка Пашкой называет. Пашка. Давайте вот что сделаем. Давайте мы уберем... уберем пока что огнестрел. Потому что мне кажется, что в своем доме лучше не стрелять. Что у нас есть? Окно. Окей. Телевизор. Понимаю. Понимаю. Бля, перезарядить пистолет, пока он зовет маму, было лучшим твоим решением. Да-да-да. Как говорил мой прадед, спросить, кто там, можно и перезаряжая дробовик. О, сохраняшка. Мам? Мам, этот дом снаружи казался гораздо меньше, чем изнутри. Мам? В шкафу? Мать в шкафу? Ты можешь в группе зайти, чтобы выстрелить почти... О, хорошая идея, давай.
Я и забыл. Я и забыл. Там лох на келе пытается секретного бладсакера убить, жопа горит. Секретный бладсакер, звучит знакомо. Это в чем? Сейчас у вас появится картинка. Игра просто немножечко тормозит. Ну ладно, запускается раз через 10, но сейчас точно запустится. 100 пудов, я вам гарантирую. Ну не может она не запуститься, ну давай. You can do it, yay! Или нет? Которому ты ХП защитил Хексом? Секретный нагреюки? Понимаю, понимаю. Да, я защитил ему ХП Хекс-эдитором. После того, как... Ну, вы увидите его вторую фазу, если что. То, что там инвули... Да, там инвули от всего. Ну, вы знаете, хорошие боссы файтинговых игр. Сейчас, секундочку, я сделаю себе экранчик. О, прекрасно, прекрасно. Загрузить игру. 23.33, неплохо, неплохо. Она Common пытается это делать. Если что, мы сейчас говорим про офигенный файтинг под названием Guilty Gear Strive. Или как его произносят японцы... Дай в жопу! Так, окей, мать. Я ни изги не вижу. Стул. A book. Человек пишет... пишет книжку, кладет пистолет, берет пистолет. Этот человек, наверное, мы. Кто-то открывает дверь. И уходит. Что? Мы в инвалидном кресле. Погодите, мы не за Саймона играли? Здрасте. Так, какого хрена? Звуки, пожалуйста. Пожалуйста, работайте. Файн Рубаттер. В Страве есть сингл достойный внимания? Я просто хз, только в Кикин играл и в SF2. Там не было таковых. А в Tekken ты, скорее всего, седьмой играл, потому что в других они были. Нет, нету. Strive — это исключительно онлайн-дрочильня. Онлайн-пивипенис. Стори-мод там просто катсцена на 7 часов. Аркада так себе. Остальное все онлайн. Так, Саймон. Я не понял. Это наши надрезанные руки. Игра стала рельсовым шутером. О, не. Не, мы можем немножко управлять своим... своей креслокаталкой. Или Саймон это мы, или это наши ХП. Нет, наши ХП слева снизу. Хвости на бобинса. Может быть, мы не Саймон? Может быть, Саймон это наш брательник, которого так сильно накрыло? Именно поэтому мы... мы как бы и ходим. Нам же сказали, что Саймон прикован к ёб твою мать. Ничего не вижу, игра. Вы что-нибудь видите? They see me rolling, they hating.
Trying to catch me riding dirty. У нас всего 3 обоймы, кстати, это немного. Блин, на этой кресле-каталке я чувствую себя каким-то инвалидом. Осуждаю сам себя. Кстати, история моды в файтингах, играйте... Не играйте в файтинги. Бля, нас сейчас... А как нам предлагается увернуться от этого всего? Интересно. Я как бы абсолютно ни черта не вижу. Я думаю, вы тоже ни черта не видите. Поэтому давайте мы повысим гамму обратно. Снова. Чтобы видеть... О, смотрите, сколько тут оказывается всего интересного. Так, шолдер пик на кресле каталки. Let's go. Дежавю. I have picked this corner before. Ту-ру-ру-ру-ру. Можно и назад отъезжать. Блин. Наконец-то нам показали, что ГГ поехал. Наш ГГ реально поехал. Ну и что? Ну и как? Ну и где? А, ну нам надо было просто увернуться от него на кресло-каталке. Тут хоть долбить нельзя. Не. А если мы выкинем свое все оружие сначала, то он не будет отстреливаться нашим оружием? А-а-а! Вот в чем прикол. Нельзя пропустить кат-сцену. Вот про что говорили. Зачем ты на кресле катаешься? Стал бы ебалым креслом. А, может быть, мы, это Саймон, мы пишем то, как... Вот все, что сейчас происходило, это то, как мы себя чувствовали. И сейчас мы должны как бы убить как бы плохо чувствующего себя в нашей голове, чтобы стать нормальным персонажем. Ёб твою мать, мать, я словил приход! Боже! Брат, братан, братишка, когда же меня отпустят? Отпусти меня, Спайс, прошу тебя. Ох, все, хорошо, отпустила. Ух, покакал. Открывается дверь, кидается флешка. This is gonna take a while. Краб начинает понимать сюжет. Сохраняйся почаще. Тут сохранение только у Save Station. Можно отключить размытие? Размытие, конечно, круто, но никогда ты видишь его в 25-й раз. Размыть тебя в движении. Выкл. Погодный эффект, упрощенный дым. Эффект зернистости. Эффект виньетки. Виньетки? Окей. О! О, я прозрел. Мам, я протер глаза. Это размытие было крутым, пожи. Ну, на консольках было круто. Когда у тебя 30 кадров размывается, и тебе не так режет глаза. Иди сюда, паскуда. Думал, меня выбьешь. Да я сам тебя выебу. Гони, да. Никогда размытие не любил, и я тоже. В некоторых играх оно интересно используется.
В основном мне нравилось размытие в играх от... Сука! Мы вообще тут разговариваем, очко. А в играх от третьего лица. Когда там какой-нибудь байонету... И не когда ты двигаешь камеру именно, а когда байонета сама там делает какое-нибудь быстрое движение, и за ней остается такой след размытый небольшой. Это круто. Но таких игр единицы. Заметьте, в движении худшее, что придумал человек. Баклажаны. Как эффект-то норм, да, но его очень сильно оверюзали в свое время, и поэтому он уже всем приелся. Как эффект, это как эффект зернистости пленки. Как нам еще прятаться-то от него, я не понимаю. Как бы у нас ограниченная мобильность, если вы понимаете, о чем я. Да, но идея сюжета ясна. Челу реально не фартануло, и не фартануло ни единожды, ни дважды, ни трижды, а многожды. И получилось, что он оказался запертым себе в инвалидном... В себе на инвалидном кресле в своем доме навсегда. И... Да, это, наверное, котелок-то... Котелок заставит поехать. I stopped myself from doing it. Эпилог. Я остановился, я смог остановить себя в своей непрерывной попытке свести счеты с жизнью. Однако ценой того, что я остался жив, стала смерть двоих полицейских. Я убил их, застрелил обоих. Это не должно было случиться. Доктора подтвердили, что я находился в состоянии психоза. И значит... Наказание, которое мне назначат, не будет слишком суровым. Я должен буду провести остаток своей жизни в лечебнице для душевнобольных, где медсестры и доктора смогут заботиться обо мне. Мне разрешили дописать эту книгу, и это мне очень помогло. Я написал себе персональный хэппи-энд. Ей! Теперь я чувствую себя лучше, я почти примирился с собой, хотя я по-прежнему прикован к креслу каталки сейчас, я готов принять это. Я, конечно, никогда не прощу себе убийство двух полицейских, но вокруг меня столько людей, готовых оказать мне поддержку, что я думаю, что все будет в порядке. Доктор Пурген наставляет меня и наблюдает за моим прогрессом. Мне повезло с ним. Но он же доктора убил. Ну, неважно. Софи навещает меня время от времени, когда доктора позволяют ей. Они все еще считают ее визиты слишком дестабилизирующими для меня и мешающими моему прогрессу. Каждый раз я прошу у нее прощения за то, что сделал ее жизнь такой несчастной. Она только слабо улыбается и в ответ и просит не болтать ерунды. Я вижу боль в ее глазах каждый раз, когда она смотрит на меня. Она нашла другого друга. Друга! Это мы. Готовы быть рядом с ней и заботиться о ней. Я рад за нее, хотя и скучаю по тем временам, когда мы были рядом, зная, что их уже не вернуть. Думаю, это хороший момент, чтобы закончить эту книгу. Она изменила мою жизнь навсегда. Конец. Андрес Роненберг. Джеймс Марчант. Интро напоминает... Какая концовка пошел обучение.
Аутро напоминает интро для Турока. Не знаю почему. Но это все создатели. Как мы видим, их тут 5 штук. Чуть больше, неважно. Каптаж вышел на хорошую концовку, поздравляем краба. Хорошо, а что сделать, что надо было сделать, чтобы выйти на плохую концовку? Так выходит, у нас Шиза. Да, у нас Шиза, и нам это объясняли уже. Нам это чуть ли не открытым текстом сказали по сюжете, что после того, как нас бросила девушка и переехала машина, мы как бы пишем книжку. И в какой-то момент становится понятно, что все события — это как бы события, описанные в книжке. Команда Cryofear, крик ужаса. Титры идут не с той стороны, дебилы. Титры должны идти снизу вверх, а не сверху вниз. Ну ладно. Спойлерить можно, чат? Теперь можно. Теперь можно. Спасибо, что погладили. Эх, музыка тихая. Ну, я боюсь нажимать на Escape, потому что это может отменить, но... Ау. Хорни. То есть песня... Стокгольм, по которому все это время бродили, это хождение по фанфику? Это, я так понимаю, его жизнь. Он видел так свою жизнь. Он видел так свою жизнь до того, как его переехало автомобилем. То есть это реинтерпретация его неудач. Как бы Софи не прыгала с крыши, она просто его отшила. Поэтому для него он как бы... там PewDiePie. Ну, спасибо, PewDiePie. Да-да-да. Эх. Да, она его отшила. Но для него это было равносильно тому, что она спрыгнула с крыши. Ну и подобные вещи. Непонятно, откуда взялись эти страшные... Доступна мод для Бихуди. Прикольно. Да, непонятно, откуда взялись страшные истории про чувака, который резал детей, про матерей, которые себя потом офали, и чуваков, которые застреливались сами. Непонятно, откуда они все взялись. Чуваки, которые там валялись под водой. Ну, вот это все. Не совсем понятен ориджин этих монстров. Он, в отличие от какого-нибудь Silent Hill, как я видел... Там монстры, в монстрах есть какая-то символика, да, как бы это... вот в том, что на PSP был, например, там тебя тетки буквально с четырьмя ногами тебя обнимают и пытаются как бы тебя, ну вы поняли. А потом мы узнаем, что у героя как бы проблема с женщинами легкого поведения, и все начинает как бы немножко проясняться. Здесь такого не особо, чтобы заметно. А так мне, в принципе, понравилось. Для 2013 года, блин, я думаю, это... Если бы я поиграл в эту игру в 2013 году, то... То, в принципе... мало того, что на контрасте... Она сама хороша. Достаточно хороша, даже и сейчас. Да, есть огрехи, но это мод, камон. Это вторая игра, как чуваков, да? Полуторовая игра. Это, кстати, стартовое место, где мы стартуем. Да, но в 2013 году, когда популярны были слендермены и дешевые хорроры на Unity и подобных, я думаю, эта игра должна была выстрелить как пушка. Жаль, я за этим не следил. Уверен, что так и было. Хорошо, от одного босса можно сбежать, и это автоматом кидает на плохую концовку. И неважно, отдашь доктору пистолет или нет. А, да, это как раз-таки та самая София. Вас просто спрашивают, вы хотите сбежать? Ты такой, да, нет.
Можно было бы, конечно, сделать это как-то более... более органично, чтобы вы могли, например, просто спрыгнуть с крыши и убежать в окно. И это бы засчиталось, как будто вы свалили от босса. Но, опять же, 2013 год. И на тот момент, непонятно. Непонятен твой выбор. В принципе, как и с доктором, выбор с пистолетом непонятен. Непонятна его символика, она не очевидна. Типа, доктор, который отрезает всем головы. Хотите ли вы дать ему пистолет или нет? Нет, я хочу дать ему содержимое пистолета. Пулю! Желательно дистанционно. Вот. Кстати, доктора, если отдать пистолет, это доказательство, что герой признает, что у него проблемы. Высосаны из пальца. Игра не намекает. Краб, становится понятно все после, ровно после завершения игры. Да-да-да, несомненно, после того, как ты завершил игру, становится понятно, соглы. Но на момент принятия решения ты... на момент принятия решения на первом прохождении ты не можешь... Ты не можешь до этого даже догадаться, да? То есть ты не можешь выстроить какую-то логическую цепочку. Вот. Не намекает. Ого. Символика — это буквально то, как Саймон видел мир после того, как его позвоночник был сломан в ебаной депрессии с суицидальными мыслями, которые летели с хрененной скоростью. Я понимаю. Я понимаю, но как бы... Опять же... Опять же, должен быть какой-то... Для более хорошего погружения в эту атмосферу должны быть какие-то причинно-следственные связи. То есть, например, почему он видел детей как... мешки с мусором. Да? Почему? Неизвестно. А Брэннон это с плохой концовкой Ост? Я не знаю. И как бы, да, почему он шизанутых мамаш видел так? Да, можно было бы как-то описать, дать какую-то небольшую бэк-историю того, почему он видит детей как мусор. Ну, например, детишки, как-то вписать в историю, что детишки над ним издевались, когда он на своем кресле, там, не знаю, упал или еще что-то. Упал в мусор, и детишки над ним издевались, хохотали. И вот он с этого момента видит детишек как таких... таких своеобразных гремлинов в мусорных пакетах, которые только гогочут и бегают на него и пинают. Ну вот что-нибудь такое, знаешь, что ну, не просто что у него шиза. Понятно, что у него шиза, но как бы обоснованная шиза. Я мусор. Дети — это зло? Дети вообще зло? Да не волнуйся, они там все были мертвые. Вопрос, как ощущает себя человек, который... Идет к психологу со сломанным позвоночником, едет, и буквально доктор впаривает ему какую-то хуйню. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Да, скорее всего, он не любит этого доктора. Но в то же время зачем-то он приходит. Не уничтожалось у него, скорее всего, БДР. Да. Под шизой я имею в виду психическое расстройство. Вот, ну, в общем, мне понравилось. Я не фанат, если честно, таких страшненьких игр. И мне почему-то кажется, что игра не должна была позиционировать себя как хоррор, а скорее как какой-то Condemned или URMT или подобные. Кстати, поиграйте в URMT, если вы не играли. Это офигенная игруха. С советской тематикой. Псевдо-советской тематикой. Да, мне кажется, что это меньше хоррор и больше атмосферы. Хотя джампскеры тут тоже были. И порой даже попадали. Вот. Доступно Hello Kitty Suit. Окей. Да, кстати, в эту игру можно играть в коопе, если что. Afraid of Monster Suit. А, вот как раз та игра, о которой вы говорили. Sick Simon Suit. Угу. Доступны комментарии разработчиков. О,
Прикольно. Доступна тайная посылка. Что? Доступна режим кошмар. И кассетка. Доступна страница номер 1, номер 4, номер 5. Доступна игра доктором. Ничего себе. А, Ребзи, хотите поиграть в доктора? Меньше хоррор, больше днище. Помните старинную рекламу МакКофе? В меру сливок, в меру кофе. Вот так и у нас. Меньше сливок, больше днище. Ну и нельзя не отметить, как на 2013 год, насколько хорошо игра выглядит. Как бы... Я по скриншотам, если честно, даже не спалил, что она на первом сурсе. На Golden Source, на движке первой халфы. Я думал, что она на движке второй халфы. Она настолько хорошо выглядит и настолько темная, что ты не видишь всяких этих ее недоделок. Ее огрехов. Ну, если не выкручиваете гамму, как это сделали мы. Окей. Край эфир. Меню достижений. А, ну это все, что нам открыто. Билло открыто. Это наводки на секреты. Как это сказать, стальные страницы. Поглядите под машины на Саксона меню. Блин, прикольно, они еще и секреток накинули. Да, мне немножко не понравилось, что пришлось какое-то количество времени бэктречить, но с другой стороны, это тут там сведено к минимуму и. В принципе, можно было обойтись и без этого. То есть игра бы ничуть не потеряла, если бы вы все делали без бэктрека. Но, как бы, это, опять же, это, как мы видели, 5,5 человек из Швеции, которые, как бы, ну, не могли сделать больше новых уровней. Пришлось выкручиваться. Что, реплеябилити? Да, это реплеябилити. Кто... Да. Прикольно, что даже 2013 игра, да, даже игра 2013 года, сделанная эффективно на энтузиазме, скорее всего, дает фору большинству современных хорроров. Как накоплю, скажу тебе, отечественный проект на Gold Source. О, нет, пожалуйста, не надо. Это ж... А, нет, опять с этой хреновой мышкой париться. Ага, помогите. Я не открою заказы. Ну, до движка второй халфы не дотягивает все-таки. Не дотягивает. Но открой сейчас первую халфу и офигей, насколько ужасно она выглядит. То есть здесь они явно чего-то допиливали. Учитывая то, что год уже был 2013 на момент ее выхода, ну или там, когда они ее выпустили как мод, они, скорее всего, бэкпортили вещи из второй халфы на первую. Ну, в смысле, из движка второй халфы на первую. Прикручивали. Зачем, непонятно, но... Получилось лучше. Я открывал первую халфу недавно, и не шибко больно. Первую халфу? Или обновленной версии первой халфы? Потому что квадратный кордон говорит... А-ба-ба-ба-ба-ба. Прям как раб, смотрите. Ба-ба-ба. Первую. Интересно. А треугольные профессора тебя не смущали? И подобное. Квадратные ноги. Размытое оружие. Ну, и очень-очень-очень бейсиковый свет. Нет, не смущало. Но здесь этого нет. Ты про паранойю? О-о-о, я не знаю. Я не слышал про таких. Посылка для бонусной концовки, но игру уже... Нужно еще раз пройти, а игра за доктора — это ёбаный хардкор, что эти ваши темные уши — хуйня для трехтелок.
трехлеток. Понимаю. Ну, в общем, мне понравилось. Ёб твою мать, чё ж так громко-то? И как раз 12, давайте завязывать на сегодня. Немножко, немножечко задержались. А музыки не будет? Здесь все лучше. Ну вот, да, я про это и говорю, что как бы они явно... Явно пытались, они старались, это чувствуется. Прям как в My Summer Caris, чувствуется, что парни старались. Да, получилось криво-косо, но парни старались, это чувствуется. Прям как в Lady Jedi, да, получилось криво-косо, но парни старались, в отличие от других модов Назарчика. И это всегда чувствуется, в любом продукте, не только в играх. Когда сделано на от Abyss, когда как бы старались. А получилось, ну, получилось как... Вот. Никуда не расходитесь, мы сейчас... 250 баклажанов на дороге не валяются. Кого бы зарейдить? Сабыча мы рейдили очень часто. Понимает, на что ты понимал, доктор в данном режиме нельзя сохраняться и лечиться, так как на уровне нет ни аудиомагнитофона, ни шприцов. Также доктор Пурнелл носит противогаз со встроенным прибором ночного видения, что решает необходимость носить фонарь и иные источники освещения. В качестве оружия используется пятизарядный револьвер. Ну, это звучит... Я думаю, через одно-два прохождения ты запомнишь уже всех противников. А точнее, ты запомнишь противников, которых можно обойти. Я думаю, игру можно было пройти гораздо быстрее, если не выносить все локации. Но игра, кстати, позволяет себе это делать в большинстве случаев. Но потом заставляет бэктрекать, и ты такой, ой, бля, а я их не выкосил, а я в жопе. Игра такая, чел, ты думал, ты меня наебал? Хе-хе-хе, подумай снова. А стамина у доктора есть? Anyway, давайте на сегодня уже заканчивать. Отправляемся к хроничке. И спасибо большое за компанию Магатхейту, Филсети, Стиплу, Найтмаксису, Жапанойзу, Астра Гудвину, Дэнди Дэсу, Собрашину Домоседки, Джабскинингу, Лэнсталкеру, Григореллу, Молдеру, Сланингсу, Хамло, Лейзи Сибраконе, Вольтушке, Каламасу, Смегману, Ивараге, Котейкину, Киберхиппи, Ланину, ЛДЖД, Братьям Стокам, Липтону, Макбрайду, Аляске, Бондэшеру, товарищу Уморви, Эш-самураю Ласти, второму Ласти, Васу Грейв-комиксу, Бонду Рунольфру, Сухими ногами Рамтрону, Эпплмену и Менталю, Жипси Маринадному, Жипси за Маринадному, Владимиру ФСБ, Фалькраму, Демон Глуму, Алекс Думу, Ампутатору 666, Нокс Притчеру и Акзуту. Всплываем, устраиваем рейд. Устраиваем рейд. Хроне. Хы. До новых встреч на днище!